Да, давайте я представлюсь тоже. Меня зовут Константин Никулин, мне 37 лет, я психолог, сексолог, сейчас специализируюсь много на психосоматике, и уже, наверное, 13 лет я где-то веду консультационную деятельность. Начинал я как коуч, сейчас больше уже как психотерапевт, но, соответственно, по психологическим и нередко бывают где-то процентов 30-40, наверное, запросы по сексологической теме, так скажем. Очень Вот. здорово. Маргарит, мы сегодня с вами час, правильно я помню? Да, где-то около часа, не больше у нас, чтобы сохранить эфир для тех, кто захочет посмотреть в записи, чтобы он у нас не Да. сбросился. Да, постараемся уложиться в час. Да, я подготовил те вопросы, которые вы скинули, то есть ваши подписчики, плюс мне тоже некоторые подписчики скинули вопросы. Я их немножко на попозже оставлю. Сейчас больше я хотел дать. Как скажем, развитие сексуальности, как оно идет у детей, какие-то базовые вещи. А потом поделюсь вот книгами по половому воспитанию, с которых можно очень там удобно, скажем так, хорошо, легко начать это половое воспитание, чтобы на себя не брать большой груз ответственности по тому, как сказать, что сказать и так далее. Ну, то есть покажу. Очень полезные вещи будут, хорошо. Ну да, надеюсь, будет интересно, полезно, поэтому, наверное, всем нашим зрителям можно быть активнее, задавать вопросы, потому что вам вообще приоритет, вы в прямом эфире пришли, и, соответственно, те вопросы, которые будут от вас поступать, наверное, будем в первую очередь отвечать, но стараемся и те вопросы, которые заранее прислали, тоже ответить. Конечно. Так, ну сколько у нас там уже? Си, я думаю. Будут потихоньку подключаться, я думаю, что и в записи тоже будут смотреть, поэтому начнем. Если какие-то будут вопросы, будем. Да, я думаю, Маргарита, так как вы детский психолог, мы можем наш сегодняшний эфир и моим подписчикам, возможно, будут вопросы около этой темы, да, к вам как специалисту, потому что бывают, ну, прям расстройства какие-то у детишек, да. Вот вопрос диагностики, как это понять, как это проверить, наверное, это больше к вам. Вот я больше по так, научно антогенезу сексуального развития расскажу про то, как этот процесс происходит. Наверное, я уже тогда начну потихоньку. Да, Те, кто конечно. присоединился. Да. Ну что ж, друзья, еще раз добрый вечер. Я не буду сильно грузить теорией, но я вот взял то, что необходимо знать, наверное, каждому родителю для того, чтобы понимать, какой процесс у ребенка сейчас идет, на чем сделать акцент, что категорически нежелательно делать, что стоит сделать. И вот я как сексолог поделюсь с вами этим опытом. Условно можно поделить этапы развития и этапы того, как сексуальность развивается у ребенка на несколько этапов. Первый этап, он так и называется, пренатальный период. Это период, когда ребенок еще не родился. В этот период кажется, ну то есть здесь отдельная тема пренатальной психологии о том, как происходят многие процессы в утробе матери, но в том числе и пол, он формируется уже на этом этапе, и то, насколько ребенок будет проявлять себя как там, мальчик, как девочка, это уже закладывается в детстве. Мне бы здесь хотелось сказать, что на то, какая сексуальность, то на то, какое полуролевое поведение будет ребенку, уже сказывается то, как мама с папой ожидают ребенка. Да? И вот он родился, и уже есть ожидание, что это там мальчик, будущий мужчина, или там девочка, принцесса, красавица. Но в других ситуациях может быть там, похуже, по-другому, что ж, мы ждали мальчика, да, вот девочка. То есть Бывает. это уже начинает. Да, это уже начинает закладывать определенные такие ожидания родителей от детей, и дети, можно сказать, на каком-то бессознательном уровне это считывают и понимают, что мое такое проявление своего пола, оно больше приветствуется. Всем известно, вот это мальчики не плачут, да, девочки должны быть скромными, покорными и не активно не двигаться, сидеть на месте ровненько. Это вот тоже закладка полуролевого и, по сути, полового воспитания. Хотя многие родители этому не отдают отчет. Так вот, этот период, он называется раннее младенчество, он примерно до 1,5 лет, потом идет раннее детство до 5-7 лет, этапы психосексуального развития. И, по сути, основной вопрос, на который ребенок должен здесь ответить для себя, это то, кто я, мальчик или девочка, мужчина или женщина. И ответ на этот вопрос часто идет таким
путем экспериментов, проб и ошибок. И здесь, наверное, пресловутый вот это, по-моему, даже кто-то писал подобный вопрос, но я его еще коснусь позже, пресловутое разглядывание половых органов у себя, у других, игры в доктора, когда дотрагиваются, слушают и тому подобное друг друга. Это все норма развития психосексуального. Скорее всего, даже вопросы будут у сексолога, у детского психолога, когда этого нет вообще, и этого интереса нет. Тут могут быть, да, вопросы о том, может быть, тема табуирована, а может быть, вообще задержка какого-то развития у ребенка. Поэтому в норме ребенок должен интересоваться своими половыми органами, органами других детей. И как реагировать на это, мы тоже чуть позже расскажем. Я расскажу, потому что есть такой вопрос. Дальше идет, вот это был такой от 0 до 7 лет, это парапубертатный период психосексуального развития. Дальше идет период препубертатный. Это то, когда условно можно сказать, что ребенок отвечает на вопрос, вот он понял, что он мальчик и девочка, но он отвечает на вопрос, какой я мальчик и какая я девочка. То есть можно сказать, что он учится репрезентации, тому, как проявлять себя по-женски, тому, как проявлять себя по-мужски. И многое тоже он, конечно же, копирует со взрослых, с каких-то ролевых моделей, с кино, мультиков, сказок и так далее. И это нормально. Здесь могут быть даже уже, этот процесс идет примерно от 7 до 11-12 лет, по препубертатный период. И здесь могут быть такие моменты, зачатки уже романтической любви, романтического либидо, когда нет еще мысли о сексе, но может быть уже такое влечение явное у там, мальчика к девочке, у девочки к мальчику и так далее. Я немножко чуть позже тоже скажу о гомосексуальности, потому что есть ряд родителей, которые очень тревожатся на эту тему, как определить, а вот не является ли мой сын или моя дочь гомосексуалами, да, и как на это реагировать. Есть некоторые критерии, которые немного могут прояснить эту тему. Дальше мы входим в самый яркий, наверное, этап развития сексуальности. Это пубертатный период, который также условно длится от 11 примерно до 16-17 лет. Опять же, у всех по-разному. И здесь, конечно же, гормональный всплеск, идет процесс созревания сексуальности, развития уже не романтического либидо, а эротического и попытки сексуального, проявления сексуального либидо. Здесь этот период характеризуется большим количеством эксцессов, ну, так называются в сексологии периоды, когда, ну, в частности, молодой парень, он максимальное количество половых, ну, эякуляций испытывает за определенное время. И это очень яркий период сексуальности, который очень во многом обусловлен гормонами. И завершающий период, что касается детского возраста, это переходный период, где-то от 17 примерно лет до 25-26 лет, когда идет устаканивание, так называемый уровень такой физиологической приемлемости, да, то есть насколько мне комфортно, как часто, на какую полуролевую позицию я занимаю, как мне нравится, как мне не нравится. То есть вот идет устаканивание, это созревание до конца уже своей сексуальности. Дальше уже зрелость, и там инволюционный период после 55 лет, но это уже к детям не относится. Какие моменты важно знать в этих периодах? Ну, во-первых, как я уже сказал, что самое лучшее, что можно сделать на этапе там, до 5-7 лет, это не запрещать ребенку изучать свои половые органы и проговаривать это. Я сейчас плавно подойду к теме, как лучше начинать, потому что был такой вопрос, как лучше начинать половое воспитание с ребенком. Самое лучшее время – это время, когда у ребенка вот этот естественный познавательный интерес. Ведь для него половая сфера – это такая же сфера, как там бабочки, как, не знаю, автомобили, машины, грузовики и так далее. Да. И только… Да. И только сами родители делают эту тему какой-то, может быть, напряженной эмоционально, запретной или то, про что не говорят. Конечно, современная сексология напрочь не рекомендует говорить неправду из серии «Тебя нашли в капусте», «Аист принес», «Купили в магазине».
Да, особенно даже на прямые вопросы, даже там в виде шутки, потому что мы не можем до конца понять, как ребенок воспринимает это как шутку или как что-то на самом деле правдивое. Здесь очень хорошо помогут книги. Давайте я плавно к этому перейду. Есть серия нескольких книг, которые мне очень нравятся. Вот, например, книга, которая называется «Давай поговорим про это». Автором является Робби Харрис. Ну и иллюстрации Майкла Эмбери. Она достаточно распространена, насколько я знаю, она есть на Озоне, по-моему. Но я заказал в другом месте сразу комплект из нескольких книг. У нее очень много картинок, на каждой странице есть картинка. Я так всегда закрываю, но я думаю, главное, что будет видно. Не то чтобы картинка, а определенные схемы в виде рисунков, которые показывают, как устроен человек. Более того, тут даже какой-то сюжет, как будто ну, тут муха и птичка, они изучают эти вопросы, они говорят о том, там, что такое мама, малыш, как происходит зачатие, как называются половые органы. И что можно сделать? Можно с ребенком в возрасте примерно там, 4, 5, 6, 7 лет. Но мое личное мнение, лучше это сделать до школы, потому что в школе мы уже мало контролируем такой познавательный процесс, который идет от сверстников. И некоторая информация от сверстников, она может быть более разрушающая, чем созидающая. Например, какой-то их травматичный опыт или их такое Фантазии могут быть скорректированное. какие-то у них. Да. Опять же, может быть, в какой-то теме, в какой-то семье эта тема табуировалась, и вместо того, чтобы иметь правильное представление об этом, ребенок додумывает какие-то вещи. Чтобы ваш ребенок не заразился этой ложной информацией, лучше ему самому это рассказать. Это может быть как чтение перед сном, это может быть как чтение самостоятельное, ну, если ребенок там уже читает в возрасте 6-7 лет. Это очень мягко и снимает вот это напряжение, которое есть, когда там мы глаза в глаза ребенку проговариваем, как что называется, что нужно делать. А почему это важно? Во-первых, для того, чтобы хотя бы ребенок понимал там, как за собой ухаживать, вопрос личной гигиены. Для того, чтобы ребенок знал, что это нормально, что это такая же часть его тела, как рука, ухо, нога и так далее. Был такой вопрос по поводу того, что кто-то рекомендует называть прям детально, да, то, как половые органы называются на самом деле. Я не являюсь таким ярым сторонником этой теории, хотя вижу в ней рациональное зерно. Но мне кажется, даже если вы будете называть просто там пися, о половые органы, да, это уже хорошо. Это лучше, чем там, краник, игрушка, Печенька там и все печенька. остальное. Да. Да, абсолютно верно. Потому что это может привести к плачевным последствиям, да, особенно если ребенок, не дай бог, подвергся домогательствам, и он не может объяснить, что происходило. Что В первую случилось? очередь для того, чтобы, да, для личной безопасности ребенка. Ну, а во-вторых, если вы задумаетесь, в принципе, это же естественное медицинское название, да, вот мы локоть называем локоть, колено мы называем колено, а здесь почему-то мы стесняемся назвать то, как это называется по-медицински, не жаргоном. А другая книга, которую я тоже очень рекомендую, это Юлия Ярмоленко «Интимный ликбез с родителями небес». У нее есть блог, она такой секс-просветитель, для детей, особенно для подростков. Она много ездит с лекциями, но, насколько я знаю, она с Украины. Не знаю, часто ли она бывает в России. Тоже вся книга иллюстрирована. И я бы ее советовал чуть попозже, может быть, то есть после второй книги, может быть, это мое личное мнение, но, в принципе, это может быть и первая книга, вполне, очень даже. Просто здесь есть более детальные темы именно половых отношений, таких как там эрекция, таких как, сексуальное возбуждение. Да, но здесь есть хорошие главы про сексуальную безопасность, вот как раз именно про то, что мы говорили. Если, допустим, ваш ребенок отправляется в лагерь или ну, спортивный, не в спортивный, то имеет смысл с ним прочитать эту книгу, чтобы он понимал, что такое вообще хорошо, что такое хорошие прикосновения, что такое плохие прикосновения. А также я бы рекомендовал уже более взрослеющим детям, наверное, ближе к подросткам, вот эту книгу «Мое тело меняется, все, что
что хотят знать подростки и о чем стесняются говорить родители. Потому что очень много вызовов для подростков в связи с изменяющейся их сексуальностью. Например, одно то, что у девочки появляются месячные, для нее это может быть, для кого-то это может быть травмирующий опыт, да. А для мальчика, не знаю, первая ночная полюция, ну там ночное семяизвержение, это тоже вызов. Он может думать, что он, ну, там 12-летний парень, а тут вот он описался, и что это такое. И очень хорошо, что если вы его предупредите, да, я покажу эту книгу в развороте, что вы его предупредите о том, что такое может быть, это нормально, ничего страшного, это там никак не болит, не ничего что-то. Да, что с тобой все в порядке, что это не боль. Ну, то есть это уже более таким подростковым языком прописано. Мне понравилось то, что тут в этой книге есть моменты про отношения, про то, как говорить про отношения, про то, как они проявляются, отношения про венерические заболевания здесь уже указано, да, то есть основная причина, почему стоит заботиться половым воспитанием, потому что, как говорится, запретный плод сладок, да, и если мы не говорим об этой теме, ребенок еще сильнее хочет о ней узнать. Он, как правило, узнает искаженную информацию. Более того, он хочет быстрее это попробовать, так, потому что это что-то запретное, это что-то взрослое, это что-то интересное. Ну и самая, наверное, неприятная тема – это венерические заболевания и ранняя беременность. То есть понятно, что если ребенок там, ну не ребенок, а уже подросток и совершеннолетний человек осознанно подходит, например, к беременности, это одно дело. Но когда тот же самый подросток попадает в ситуацию, когда его девушка или он сам, или она сама забеременела, да, то это нежелательно беременность, это может очень навредить и здоровью, и дальнейшей жизни. Поэтому стоит это проговаривать, не бояться того, что это какая-то страшная тема. Нет. Некоторые сексологи даже рекомендуют показать, ну, в подростковом возрасте, показать детям, где хранятся презервативы в квартире, и не пересчитывать их как-то, там, не говорить, что так, тут их было 10 штук, куда делось 2, да, нет. Потому что для подростков огромный стресс, они, может быть, даже бы рады предохраняться. Но, во-первых, это стресс купить, во-вторых, это тоже, ну, для кого-то это существенная сумма, может быть, разных семей, да. И гораздо лучше, что если вы, как родитель, дадите эту возможность познакомиться с противозачаточными средствами, средством личной гигиены для девочек, например, это будет намного проще. Считается, что правильней, чтобы разговор о половом воспитании вела та сторона, ну, одинакового пола, то есть мама с девочкой, папа с мальчиком. Но это как бы классика, чтобы не добавлять сюда такой сексуальный элемент. Да. Да, сексуальный элемент и некое напряжение, потому что оно может быть тоже на бессознательном уровне, когда мальчик, например, чувствует себя дискомфортно при разговоре с мамой на эту тему. Но я считаю, что в принципе будет, наверное, еще лучше, когда и мама, и папа поддерживают эту тему, не вот что они постоянно про это говорят, но показывают там всем своим видом, проявлением, что эта тема нормальная, что ты можешь сюда обратиться ко мне или к маме, кому тебе удобнее, спросить советы, и я сам с этим совсем сталкивался, что ты переживаешь сейчас, и объяснить. Так, что еще я хотел сказать? Про важные периоды. Есть такое понятие, как импринт, да, когда какой-то опыт запечатывается в психику ребенка и становится доминирующим. И вот тоже я помню, в свое время проходил обучение у покойного уже Льва Моисеевича Щеглова, известный сексолог, еще в советские времена он был по телевизору, и он говорил, что такими периодами считается примерно возрастом 5-6 лет, и возраст входа в пубертат, там, 12-13 лет. Что это значит? Это значит то, что вот какие-то яркие образы, не дай бог, сцены насилия, которые увидит ребенок, не дай бог, какой-то негативный опыт, он может очень плотно сесть на подсознание, и дальше это станет доминантом, доминантой в сексуальном поведении.
Ну, просто имейте это в виду. Кстати, про тот пресловутый гомосексуализм можно сказать такой момент, что он бывает двух видов. Ядерный – это то, когда это обусловлено, ну, скажем так, генетически. И краевой – это то, когда это приобретенное, так скажем, ну, условно, грубо Врожденные и сказать. приобретенные, да? Да, врожденные и приобретенные. И вот если это врожденный гомосексуализм, то он, как правило, может уже себя проявить примерно в возрасте 5 лет, то есть то, когда обычно в норме, например, мальчикам нравятся девочки, они могут говорить про это, что хочет поцеловать или там что-то еще, а девочка-мальчики, то в этом возрасте ребенок может говорить о том, что там мальчик, что мне нравится там Вася, я хочу на нем жениться. Это не причина того, чтобы сразу бить в колокола и что-то охать, но это может быть одним из звоночков того, что у ребенка есть к этому предрасположенность. Это отдельная большая тема про то, что ну, гомосексуализм вот такой ядерный, он не лечится ни одним психиатром на данный момент времени. Но вот, скажем, гомосексуальное поведение, ориентация, да, и предпочтение приобретенное в силу, например, какой-то травмы, психологической или сексуальной травмы, да, здесь можно определенным образом это состояние там трансформировать. Но и то, тут нужно очень много нюансов учитывать. Но это просто для того, чтобы люди знали. Да, и желание самого клиента, да, с этим справиться, может быть, ему. Да, безусловно. Вот здесь, наверное, очень важно родителям понять, что гомосексуализм, ну, наверное, в редчайших случаях это какой-то дань моды и так далее. Точнее, настоящий гомосексуализм, он не может это делать, потому что это дань моды. Нет, это так же естественно для него, как для нас, например, противоположный пол предпочитать. И многие люди, которые в этом себя обнаруживают, у них работа основная идет над тем, чтобы самому себя принять таким, потому что есть большое неприятие. Поэтому здесь, конечно же, какая-то поддержка и хотя бы откровенный разговор, он важен. Вообще атмосфера эта. Я еще хотел сказать немножко. Можно я на секундочку скажу, что да, конечно. Если сталкиваются с таким, на самом деле, я считаю, что в первую очередь родителям, может быть, стоит сходить к психологу для того, чтобы понять эту ситуацию и принять ее, и не, как это сказать-то, правильно, не давить на ребенка, да, и не ломать его еще больше, так как он с этим тоже ему тяжело справиться, к примеру, да, потому что общество у нас немножко другое. Это не принято в нашем обществе. Я про Россию сейчас говорю, да, ну, в мире много стран, где это не принято. Ну да. Вот, все-таки, может быть, родителям стоит поработать над своими мыслями и чувствами по отношению к такой ситуации. Да, Маргарита, очень важное дополнение, потому что для родителей это тоже может быть очень большой вызов и стресс, который в одиночку, может быть, не пережить. Я хотел сказать еще про мастурбацию. Это тоже такая табуированная тема в нашем обществе. И по опросу еще, который в свое время Альфред Кинси проводил там в 50-х годах, примерно, насколько я помню, 96% мужского населения хотя бы один раз в жизни мастурбировали. То есть получается, опять же, вопросов больше к тем, кто не мастурбировал. И скорее всего нужно присмотреться к их психосексуальному развитию, все ли там в порядке. Мастурбация бывает очень разная. Мастурбация, насколько я читал исследования, даже может быть в пренатальном периоде, в утробе матери, у мальчиков, у девочек, да, и это, конечно, не с тем оттенком сексуальности, с которым у взрослых эта мастурбация происходит, но это некое приятное ощущение, которым ребенок, ну, чисто интуитивно, может быть, чисто случайно прибегает. Если мы говорим про младенческий возраст, про возраст раннего детства, то это часто бывает такой способ успокоить себя, когда есть излишний стресс. Да, и есть тоже исследование, что детки в детских домах достаточно часто имеют частый опыт мастурбации как способ сбросить то напряжение, которое есть. Опять же, если вы заметили за своим ребенком, который еще несовершеннолетний, что он что-то там трогает, трет, может быть, прям мастурбирует, не нужно делать из этого панику, и важнее то, как вы на это отреагируете, чем то, что у него это происходит. То есть ваш эмоциональный заряд, он намного больше оттенок к этому опыту оставляет, чем
чем просто, если вы это обсудите открыто, откровенно. Но если вы видите у маленького ребенка это, у своего, то можете такую галочку, заметку себе сделать, что, возможно, что-то происходит достаточно стрессовое в жизни у ребенка, и на это стоит обратить внимание. Наверное, вам, Маргарита, тоже такое известно, да, когда ребенок Бывает, в ходу. ну, у детей есть мячики, к примеру, да, какие-то вот дети на них прыгают, бывает диван, и там есть подлокотник, и они как-то трутся об это. И маленькие детки, конечно, это в основном по итогу оказывается, что это напряжение, которое ребенок вот этим процессом заменяет, потому что он не думает о том, что происходит, да, во внешнем, так скажем, мире, и переходит в свой внутренний мир. В данную секунду. Да, бывает. Да, в мир своей фантазии, в мир грез. А, опять же, когда это происходит в пубертатном возрасте, в предпубертатном, это норма развития считается. Другое дело, что там сопутствуют такие понятия, как просмотр порно, порнозависимость, зависимость от мастурбации. Ну, это тоже, скорее, следствие какой-то нездоровой ситуации в семье или невозможности пережить какие-то стрессовые факторы в школе либо в коллективе у ребенка, когда он стабильно, постоянно к этому прибегает. Таким Но вообще там... выражаться невроз, как бы, да, Да. есть люди с неврозами, допустим, могут там выдергивать волосы, да, кто-то там еще что-то, кто-то ногти грызет. В принципе, это проявление тоже невроза, если это переходит какие-то грани. И, может быть, даже ребенку это больше уже не доставляет удовольствия, даже, может быть, в какой-то мере мешает, потому что когда он не может этого сделать, будучи в напряжении, у него напряжение еще больше возрастает. И, соответственно, это уже становится проблемой для человека, для ребенка. Да, как такая вредная привычка, скажем Да. так. Поэтому самое лучшее, что могут сделать родители в период, допустим, подростковой мастурбации, это никак не комментировать, не вмешиваться в этот процесс, дать этому процессу пройти, не стыдить, не рассказывать, что это плохо или еще что-то. Это нормально. Конечно, я подозреваю, что нас смотрят зрители, да, участники с разными взглядами, культурными, религиозными. Вы адаптируете под себя. Но с точки зрения медицины и сексологии, это норма полуролевого сексуального развития. И нужно это учесть. Так, что я еще хотел сказать? Наверное, в этом плане все. У нас как раз где-то полчаса прошло. Давайте я поотвечаю на вопросы, потому что некоторые вопросы можно более детально проговаривать. Да, Можно ли позволять... может тоже задавать вопросы, мы будем Да, 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 ответить. да. Те участники прямого эфира, пожалуйста, задавайте вопросы, чтобы мы тоже на них отвечали. Можно ли позволять родственникам целовать ребенка в губы? Нормально ли это ребенку 6 лет? Вообще есть определенные зоны на теле ребенка, которые не рекомендуется затрагивать, особенно в возрасте уже после младенческого. Потому что эти зоны так или иначе, они сексуализируются, да, нашим обществом, самим ребенком и так далее. И в эти зоны в том числе входят, в том числе входят губы. Я просто вспомнил случай, как один из моих коллег рассказывал про то, что папа очень любил с дочерью играть в такую игру, когда он садил ее на коленку и просто подкидывал. Но там девочка уже была не годик, не два, а там постарше, 5-6-7 лет. И это может быть в том числе такая неосознаваемая стимуляция половых губ. Причем не специально, отец не отдавал себе отчета, но в том числе и это может быть процесс, который не нужен этому. Поэтому поцелуи в губы для ребенка – это то, чтобы, наверное, лучше минимизировать в своем общении с ребенком, с родственниками тоже, особенно разных полов, да, если мама с сыном, ну и своего пола тоже, на самом деле. Здесь нужно понимать, что есть определенные зоны. Например, вот у меня дочке сейчас примерно 6, там, почти 7 лет, и мы любим с ней обниматься, но я четко слежу всегда за своими руками, просто чтобы там не
не дотрагиваться до каких-то мест, которые теоретически могут нести сексуальную нагрузку. Хотя, допустим, даже если я в это не вкладываю. Да, и поцелуи в губы, они очень-очень могут быть такими навязанными. Навязывать сексуальный оттенок. Поэтому лучше от них не использовать их. Да, не вот знаю, как Маргарита, раз-таки когда вопрос такой, да, у нас, если девочке уже 16 лет, то есть это не маленький ребенок, и они привыкли с отцом при встрече целоваться друг друга, ну, целовать друг друга в губы. А вот как вы считаете, нормально ли это, можно ли это делать в 16 лет? Конечно, мой ответ будет такой неполный, потому что я не знаю всю семью, да, но так, навскидку, это уже немножко симптоматично. То есть это может говорить о каких-то отношениях в семье. Возможно, о некой такой, неком слиянии психологическом папы с симбиозе, дочкой. наверное, даже, да? Да, симбиозе. Симбиозе папы с дочкой, что, возможно, они даже, может быть, психологически не осознавая, находятся в конфронтации с мамой. Таким образом, даже без сексуального оттенка, просто чисто психологически. Но если это смотрит, не знаю, взрослый человек, да, то я бы рекомендовал постепенно, плавно переводить эти поцелуи в щеку. Отходить от этого, да. Да, отходить Я от этого, тоже согласна с вами. Да, потому что на каком-то этапе это все равно придется сделать, когда ну, ребенок уже, у него будет своя семья, и поцелуй в губы, там, не знаю, в 30 лет уже будет. Ну и для мужчины, который будет у этой девочки, да, или парень Да. в ближайшее время, и, ну, я проецирую это на себя ситуацию, к примеру, если бы я такую ситуацию видела, мне бы это, честно говоря, не очень понравилось, да, Да. это, мы говорим о ситуации уже со стороны человека, который станет близким, допустим, этой Да. девочки, да, и у меня бы возник вопрос, а что происходит, почему так? Да, абсолютно верно. Я считаю, это очень хороший вопрос, который показывает психологические вот аспекты, подтексты этой темы. Если мы не берем в рассмотрение там ужас-ужас в том, что папа испытывает сексуальное влечение к дочке. Ну, Но... может быть, и не так, но все-таки есть подсознание у нас, да, которое мы не всегда осознаем, что происходит, правда же? Да. И как еще Фрейд рассказывал про этот Эдипов комплекс, да, когда Да. папа иногда на дочку навешивает больше, чем дочка, ну и так далее. Хорошо. Вот вопрос был про учить биологическим названием, я уже про это ответил. Со скольки лет говорить о сексе с детьми, с чего лучше начать? Да, здесь тоже вспомнил такую тему. Это частый вопрос, стоит ли, можно ли, допускается ли заниматься любовью, ну, сексом при детях или дети, если в другой комнате. Вот честно, на моей практике достаточно часто встречается сексуальная травма уже взрослого человека, который просто слышал звуки сексуального характера в возрасте, обычно это 5, 7, 8 лет, со стороны родителей. И там в этот момент происходит очень большое напряжение, потому что ты не понимаешь, что происходит там с мамой, с папой, или там, Кто-то не знаю, кого-то кто же... бьет. Да, Бывает, кто-то кому-то да, делает больно. Даже проводили исследования, когда детям, насколько я помню, в возрасте 5 лет, опять же, вот Лев Моисеевич нам рассказывал про это исследование, показывали сцены полового акта. По-моему, он говорил, что там были немножко заблюренные, ну, там, интимные места. Но все-таки, когда, например, девушка была сверху, а парень или мужчина снизу, то дети говорили, что она его бьет, она делает ему больно. Если наоборот, то мужчина, соответственно, делает больно девушки. И то есть сцена сексуальная в большинстве случаев воспринимается ребенком как сцена, ну не то чтобы насилия, но в том числе, знаете, психологического насилия по отношению к нему самому, потому что невольно он становится включенным в этот процесс, невольно он становится вовлеченным в этот процесс, который ему еще рано вовлекаться, если мы говорим там до подросткового возраста, и это делает в нем колоссальное напряжение. И вот у меня даже был клиент, который на основе этой травмы, по сути, выработал стратегию поведения, в которой его стало возбуждать тогда, когда он слышит, как кто-то с его женой занимается сексом.
И всем было противно, его жене, и ему, то есть все понимают, но психика требует своего. Потому что такое колоссальное напряжение произошло в тот момент, что это как запечаталось, опять же, как тот самый импринт, и требовало вот этой проработки постоянной вот этого напряжения. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал, не знаю, минимизировать звуки во время секса, а лучше это не делать вообще, когда ребенок находится в квартире с вами, потому что вы не знаете до конца, что он слышит, как Спите он он, воспринимает. допустим, ночью, да? Все мы были Да. детьми и можем Да. себе это представить. Да. И иногда прям клиент, он, ну вот некоторые, с кем я работаю, они говорят, мне хотелось заткнуть уши, я плакал, я был в состоянии беспомощности. И это, ну, действительно очень сильно отражается на ребенке. Поэтому со скольки лет говорить о сексе с детьми, с чего лучше начинать? Мы немножко отвлеклись. Лучше, как я уже сказал, начинать не с подросткового возраста. Многие считают, что ну, вот подростком будет, скажу, что можно, что нельзя. Это лучше, чем вообще не говорить. Но в этом возрасте, как я уже говорил, гормоны бушуют. Вы в норме, в пубертате, как родитель, перестаете быть авторитетом для подростка. Но это так должно быть, да? И вы в этот момент попытаетесь в его какую-то очень интимную тему влезть. Да, чаще всего подросток, даже если сделает вид, что он вас послушает, он внутренне отгородится от этой информации. Но тут еще вопрос доверия между родителями, как раз-таки, если эта тема не обсуждалась ранее, то в этой теме доверие может быть утрачено к родителям, да, и уже в 14 лет говорить на эту тему с ребенком, ну, чаще всего бесполезно, на самом деле. Да, верно, Маргарита. Начинать, так сказать. Я бы тоже сказал, что половое воспитание, получается, начинается с первых месяцев жизни, Да. то, насколько доверительные отношения вы выстраиваете, потому что это очень интимная тема, на которую не каждый ребенок готов с вами легко общаться, особенно в подростковом возрасте. Да, а маленькие дети, они все-таки воспринимают это все естественно, да, то есть они познают этот мир, и в этом мире есть разные аспекты жизни, которые они могут познать, так скажем. И вот как раз-таки отвечая на этот вопрос, хочу добавить, да, с чего можно начать с маленькими, со всеми детьми, это даже можно начинать где-то с полутора, с 2 лет. Есть такие правила, называются правила нижнего белья. Да, или правила трусиков их называют, все по-разному, но есть такие правила, в которых говорится о том, что ребенок должен знать о своем теле, что там его тело принадлежит только ему, и что если кто-то хочет до него дотронуться, только он решает, возможно ли это. Ну вот там несколько правил, да, которые ребенку стоит доносить вообще, как, чтобы он осознавал себя. Да? То есть там в этих правилах нет про половую идентичность как таковую. Да? Это и для девочек, и для мальчиков подходит. Они одинаковые абсолютно. Да. Да? И с этого нужно начинать и прорабатывать их и повторять их можно до 10 аж лет. Да? То есть это не значит, что вы должны с ребенком сесть и там каждый день читать эти правила. Может быть, делать какие-то ролевые сценки в плане, ну, проигрывать с ребенком, а вот, вот этот поступил так, а как бы ты поступил, да, а если к тебе подошел человек, что бы ты сделал? То есть в каких-то моментах вспоминать эти правила и ребенку давать право выбора, как бы он поступил, и потом обсуждать этот выбор, к примеру, или самого ребенка, или на примере кого-то другого. Вот. Да, потому что нам кажется часто, что там, сексуальное насилие, домогательство это что-то со взрослыми детьми, но, к сожалению, с этим могут столкнуться уже маленькие дети, и они должны быть к этому готовы. Подготовлено, да. Да. И вот следующий вопрос как раз, как реагировать, если дети застукали во время секса? Здесь, конечно, очень много нюансов, но вообще лучше перевести это все, там, не знаю, в игру. То, что мы, ну, там, не знаю, боролись, смотря какой возраст, опять же, да, если это возраст того, когда вы с ребенком еще не говорили про тему сексуального воспитания, можно сказать, что это игра, потому что мы с мамой, с папой друг друга любим, и нам нравится обниматься, целоваться, крепко прижимать друг друга, то есть без подробностей описывая этих. То есть, опять же, самое главное ваше внутреннее спокойствие и то, что вы рассказываете, что ну, мы таким образом ласкали друг друга, потому что мы любим друг друга. А если же ребенок уже знаком с какими-то основами полового воспитания, да,
то можно сказать, что, ну, понимаешь, взрослые люди, которые друг друга любят, они занимаются сексом, мы с мамой друг друга любим, там, с папой друг друга любим. Ну, это было занятие сексом. Опять же, очень важен, какой возраст. Да, и мы друг друга любили. Очень важен возраст, и, ну, я вот не устану это повторять, важно ваше эмоциональное состояние. Потому что если эмоциональное состояние будет ахтунг, то ребенок сразу поймет, что здесь что-то Да, происходило, ну, как родители минимум. иногда реагируют со страхом, да, что что-то произошло, и нам нужно что-то решать. А на самом деле, чем спокойнее вы будете, чем спокойнее будете разговаривать с ребенком на эту тему, тем спокойнее он будет воспринимать какие-то вещи, даже если они случились, которых вы не хотели, да. Но и рекомендация такая: закрывайте дверь на замок. Да, конечно, это самое лучшее. До какого возраста разнополых детей можно купать вместе? Ну вот, по сути, до того возраста, когда они еще изучают друг друга, когда у них нет этапа там даже романтического либидо, это теоретически еще можно. Ну, допустим, там в возрасте 2-3 лет. Но постепенно от этой практики лучше уже отходить, опять же, чтобы не привносить дополнительный сексуальный компонент в их отношения. Потому что есть такое понятие, как инцест, инцестуозные отношения, есть понятие психологический инцест. Инцест, когда мама может при ребенке переодеваться, при мальчике, или папа может ходить в очень обтягивающем белье, которое подчеркивает все его достоинства. И вроде бы это не насилие, но психологически это может быть насилием. Ну да, тем более это в нашей культуре, да, мы не берем культуры других стран, где это норма считается, у нас все-таки это не норма. И вот как раз-таки, да, там в 3 года начинается, как вы говорили, половая идентичность, да, то есть ребенок начинает понимать, что есть какая-то разница, да, я согласна, но максимум до 4, все зависит, конечно, еще от ребенка, да, Да, дети конкретно. более ранние в этом плане, более поздние. И как раз-таки вопрос был связан с этим, когда нужно родителям прекращать мыть своих детей, да, то есть в каком возрасте ребенок должен уже самостоятельно это делать. Но я так понимаю, Да. что вопрос про не просто помыть, а про половые органы. Да, и здесь имеется в виду больше, конечно же, тоже про родителей, если разного пола, то чем раньше, тем лучше. Ну, то есть мальчика маму, девочку папа. Чем раньше, тем лучше, чтобы этого уже не было. Это первый момент. А второй момент, опять же, к 3 годам, максимум к 4, желательно, чтобы ребенок уже научился мыть и помыться и подмываться самостоятельно. Да, Там, по-моему, согласна. Маргарит, какой-то вопрос у нас, да? Да, давайте я прочитаю. Значит, сыновья, мальчишки 7-9 лет очень просят, любят спать вместе или полежать перед сном с папой или с мамой. Интересно ваше мнение, есть ли опасность и возможные пути решения? Опасность просто в том, чтобы полежать, но, допустим, не спать. Это гораздо лучше, чем спать с родителями вместе в родительской кровати или с кем-то из родителей до такого возраста или старше, потому что здесь уже идет даже не сколько, наверное, сексуализация, опять же, смотря с все индивидуально, сколько вот это слияние, сепарация, отсутствие сепарации, да, должным образом происходящее. То есть когда ребенок не научается на подсознательном уровне ощущать себя автономной единицей, самостоятельным человеком, который сам там чего-то хочет, решает свои вопросы и так далее. А что касается... Тут был еще вопрос. Пути А что решения, касается... каким образом решить этот вопрос? Я считаю, что пока ребенок просится, лучше это давать. Давать, но не заострять на этом внимание. Да, иди, я тебя обниму. И, возможно, есть причина в том, что дети в течение дня мало получают ласки, принятия, одобрения. Посмотрите на то, как ваша эмоциональная близость в течение дня с ними строится. Я бы так, наверное, посоветовал. Получают ли они, да, внимание от родителей, но я вот хочу добавить, что да, полежать перед сном, как-то отдохнуть, может быть, пообниматься, получить вот это вот именно ощущение, да, от вот этой вот близости с родителями, но все-таки спать в одной кровати, это нехорошо для родителей, все-таки в первую очередь, да. Да. Родительская кровать – это кровать для двоих, вот, и поэтому постепенно лучше от этого отходить, и все-таки да, можно это сделать ритуалом, что мы все вместе полежали, пообнимались, но спать мы идем каждый в свою кровать.
Да, я тоже люблю вот говорить на эту тему, что как только родились дети, у вас появляется новая роль родителей, но зачастую многие забывают про то, что есть роль уже супруги. И родители настолько сильно включаются в роль родительства, что забывают про супружество. И, к сожалению, через там годы или через какое-то время это может привести к тому, что вы увидите рядом с собой, казалось бы, чужого человека, с которым вас мало что объединяет, к сожалению, и это тоже может быть проблемой. Поэтому ваша постель, ваше время вместе, которое вы можете действительно закрыться и провести его вдвоем, это, ну, как бы святое, да, и родители должны, дети должны чувствовать эти границы психологические, территориальные и понимать, что это папина с мамой время. Да, согласна. Как грамотно ответить на вопрос, может ли молодая девушка пожениться со стариком? Я бы не делал из этого такую большую проблему, ответил бы очень просто, что да, конечно, если у них есть искреннее чувство, если они любят друг друга. Вот здесь очень важно то, насколько вы секс свяжете с любовью, говоря об этой теме, проговаривая. Ведь сексом можно заняться там в подворотне и где-то в подъезде, а можно по любви с любимым человеком, которого ты любишь и который тебя любит. И вот здесь сказать, что да, иногда, редко, но иногда такие бывают союзы. Может быть, ребенок задает вопрос, потому что что-то видел или слышал подобное. Да, бывают такие союзы. Чаще всего они образуются тогда, когда, ну, не знаю, там есть любовь между этими людьми. И вот настраивать на любовь — это очень важная составляющая, которая сейчас, к сожалению, редко в мире как ценность позиционируется. А мальчики 5-7 лет трогают писюн и писают на людях, не стесняясь. Там, как делать? Ну, я так понимаю, это братья, да, могут быть. Здесь лучше проговорить спокойно, проговорить о том, что да, у нас у всех есть там половые органы, они так-то называются, но в нашем обществе принято не показывать их, не там трогать чужие, да, потому что есть твое тело, есть тело там, не знаю, Маши, Васи, Пети, и есть зоны, которые, ну, не допускается трогать без разрешения или там без обоюдного какого-то согласия и так далее. Но как бы поощрить интерес, показать, что да, это есть у тебя, это есть там, не знаю, у Миши. Но в нашем обществе так принято. И вот опять же, ваше спокойствие, она подложит хорошую базу под ваш ответ, что, мол, в этом нет ничего страшного, но это, ну, как бы порицается нашим обществом. И в дальнейшем стоит, наверное, просто подмечать те моменты, когда ребенок перестал это делать, да? И подкрепление позитивное, что здорово, что ты уже это делаешь там в закрытой дверью или как-то там в туалете. Мне приятно, или там я рада, что ты уже как взрослый это делаешь, да, не как ребенок, который не адаптирован еще на какой-то степени под социум, а ты уже взрослеешь и понимаешь, что есть определенные правила нашего социума. Ну, как-то так. Может быть, Маргарита, вы добавите. Да, я добавлю как раз-таки здесь хорошо. 5 и 7 лет, да, правильно я услышала? Да. 5 и 7. Здесь, конечно, я могу сказать, что, скорее всего, родители пропустили вот этот этап правил нижнего белья, да, в котором как раз-таки и об этом тоже говорится, что мы все Да. это должны как бы там, да, держать при себе, так скажем, это наше, и никому больше оно не принадлежит. И даже если ребенку сейчас 7 лет простарше, да, то есть в 5 лет это нормально начинать разговаривать про правила нижнего белья, если этого не было. И ребенок 7 лет тоже может присоединиться, и он как старший, так скажем, да, они часто старшие детки хотят быть примером для младших, быть главными, так скажем, да, и рассказывая про эти правила младшему, к примеру, старший будет тоже слушать, присоединяться, ему будет интересно, и это будет таким, скажем, времяпрепровождением, хоть это будет и недолго, но объединять в этот момент и родителей, и детей в правильном направлении. Да. И завершающий вопрос из тех, что присылали. Как донести дочери подростку 16 лет или уберечь от раннего секса? Некоторые ее подруги уже познали секс, но я понимаю, что они идеализируют секс в таком раннем возрасте. Ну, наверное, частично мы уже на этот вопрос отвечали в том плане, что лучше всего не в 16 лет начинать про это говорить.
гораздо раньше. Но если уже такая ситуация произошла, то здесь, опять же, очень многое будет упираться в то, насколько доверительные отношения у вас с дочкой. Потому что можно прийти в назидательном тоне, сказать из серии там «Подоле принесу, принесешь, не дай бог, из дома выгоню». Есть такие примеры, к сожалению. И напрочь отвратить вот это доверие, которое у ребенка, может быть, еще осталось к вам. А можно через беседу, через свой опыт. Мне нравится подход, не знаю, Маргарита, вы тоже можете прокомментировать или поделиться, когда взрослый делится своим опытом, как это было у него, какие, может быть, о каких последствиях не думалось, да, какие-то примеры, но не пугать и стращать, а просто показать полноту картинки. И, скорее всего, у дочери сейчас узкий взгляд на секс, больше с позитивной его стороны. Это не значит, что нужно омрачить всю эту картинку, но показать, что секс — это не просто процесс, как, не знаю, попить кока-колы, да, или выпить, или что-то съесть там вкусное, а это процесс, который отражается на многих сферах. Тут стоит упомянуть о том, что на тот возраст согласия это, в принципе, уже достигнут, да, 16 лет, но все равно про и уголовную ответственность, и про то, что, ну, даже физиологически тело считается подготовленным к совершеннолетию, но для того, чтобы оно могло получить больше пользы, радости и каких-то приятных эмоций от этого процесса. Ну, вот как-то так. И не только тело, но и психика. Я как-то Да. рассказывала в сторис о том, что вот есть, допустим, страны, где девушек выдают замуж там, в 10, от 10 до 12 лет, да, и они сразу вынуждены рожать, так скажем, потому что там должно быть большое количество. И по некоторым исследованиям, их можно найти, это в основном американские исследования, было показано, что психика этих женщин на самом деле нарушена как раз-таки вот из-за этого ранних связей половых, и причем в их случае они по принуждению это делают, да, и если бы у них выбор был какой-то, и их бы просвещали, они бы говорили, что мы бы так рано, да, и даже по там, 14, 15, 16 лет мы бы этого не делали, потому что мы бы хотели это делать осознанно. Да, и что тут важно для 16-летнего ребенка донести? Все-таки чаще всего молодые люди это делают не из-за какого-то своего желания, а можно так сказать, из-за моды среди своих сверстников, да, что Катя, Маша, Даша все попробовали, а я еще не попробовала, и мне тоже надо, чтобы не отставать от них и не быть, как это сказать, я не знаю, какие сейчас слова дети применяют. В общем, изгоем, так скажем, да, в этой компании уже попробовавших. И родителям стоит доносить, что самое главное в этом это и любовь, и близость между женщины и мужчины, понимание того, что ты действительно этого хочешь, что ты выбрала человека, который тоже ответственен в этой ситуации за тебя, ты ответственна за него. То есть какие-то такие вещи. Но опять же, я тоже очень часто родителям говорю, что доверительные отношения нужно начинать налаживать с ребенком, уже начиная как минимум с 5 лет. Это закладка на будущее, на подростковый возраст. То есть если этого доверия не будет у ребенка, и оно закладывается в основном лет до 10, это такой критический возраст, но лучше раньше, да, то есть если там не получалось как-то, можно начать 7-8, но до 10 лет это такой крайний возраст, когда доверие еще можно заработать у ребенка. После этого возраста, к сожалению, будет тяжело, потому что идет, вот как вы говорили, да, 7 лет смена авторитетов, 10 лет там тоже другие уже интересы, ценности, ну а в подростковом возрасте вообще авторитетов нет, поэтому будет достаточно сложно без доверия. Да, об этом лучше задумываться заранее. Жаль, я иногда думаю, что нет такой школы будущего родительства в пришколе, ну, когда каждый ученик школы обязан проходить определенные уроки, которые вот основы и эти азы вложат в сознание, в детское сознание, в юное сознание и поможет Мне, людям. кстати, задают вопросы. У меня есть одна подписчица, которая просит меня сделать какой-то гид или что-то, подготовка к родительству вообще с самого нуля. То есть нет еще детей, да, но что нужно знать, что когда появятся дети, как себя вести и какие там реперные точки, так скажем, да, с чего начинать. Константин, у нас остается буквально 5 минут. У нас есть два вопроса. Мы, наверное, коротенько на них ответим в двух словах, да, и будем завершать.
Первый вопрос – это скажите, до какого возраста разнополые дети могут жить в одной комнате? Ну, желательно до подросткового, чтобы у подростков уже была своя комната. Но это не так критично, если у них есть четкое зонирование, да, нету какого-то пересечения вот такого, где они вынуждены там пересекаться. Опять же, очень важно то, какая культура сексуальная в квартире, насколько уважаются границы друг друга, и они начинаются с нас. Если вы заходите в их комнату без стука и просто, то о каких границах, может быть, говорите между ними. Ну, плюс еще я бы добавила, что стоит спросить своих детей. Ну да, как им комфортно. Как они? Может быть, они раньше захотели бы иметь свое пространство. Так, вопрос, значит, как не передавать обесценивание секса, если родители его обесценивают? Мне кажется, сложный вопрос такой. Ну, я имею в виду, что двумя словами делаться. Это скорее вообще такой, знаете, запрос на терапию, потому что на личную, потому что чувствуется, что на каком-то бессознательном уровне до сих пор у человека есть непринятие этой сферы, а как ни крути, дети все равно это будут чувствовать в вашем проявлении, в ваших словах, в ваших взглядах на какие-то сюжеты по телевидению и так далее. Поэтому здесь, наверное, чтобы не передавать, лучше эту тему проработать для себя лично, ну, там, с психологом, с сексологом, того, чтобы она перестала хотя бы фонить. Возможно, в паре, говорю, вместе родителям прийти с этой темой. Я Ну думаю, да, если если у тут одного или есть вопрос, то у второго он точно тоже есть. да. Ну, подведем какие-то итоги и будем прощаться, чтобы Да, мне сохранить хочется эфир. сказать. Эфир был очень интересный, очень познавательный. Вот нам писали спасибо за эфир. Всем пожалуйста. Мне хочется буквально сказать, что вот так просто получается, по сути, мы проговорили про половое воспитание, оно таким, по сути, и является. Просто для начала нужно убрать блоки, которые есть у себя, убрать вот эту ликвидацию безграмотности половой сделать, и все. А дальше это, есть средства, есть сейчас язык, на котором это можно проговорить и комфортно сделать Ну и для детей. сейчас очень много информации, да, Константин, вы поделились с нами книгами, с которыми можно начать, если самому взрослому родителю тяжело говорить на эту тему, но все-таки я считаю, что это нужно делать, и если нет возможности посетить специалиста и проработать свои какие-то моменты, то все-таки у нас больше подручных средств, чем когда мы были маленькими у наших родителей, а про бабушек я вообще молчу. Да, уж. Да. То Да, есть можно есть книгу все для... вообще просто дать почитать. Да, очень здорово. Спасибо вам за эфир еще Спасибо раз. вам, Было Маргарита, очень за интересно, познавательно. приглашение и участие. Да, пожалуйста, всем за ответы. Я сохраню эфир. Кто не посмотрел весь, советую посмотреть его сначала до конца. И думаю, можно будет задавать вопросы, если какие-то все-таки остались. Или вы не хотели их задавать, можно лично Константину написать личные сообщения, подписаться на него. И Да, и, соответственно, если есть вопросы к Маргарите, как к детскому психологу, мои подписчики да. тоже без проблем Милости можете прошу. обращаться. Да. Все, всем хорошего вечера. Да, хорошего вечера и вам, Маргарита, до свидания. Пока-пока.